Андрей, к сожалению, потерпели поражение с минимальным счетом. Расскажи, почему пропустили вот эти первые два мяча, и, наверное, сложно было как-то отыгрываться и вливаться снова в игру? Ну, да, как-то, как уже отметили в предыдущем интервью, что как-то подскользнулись два раза, и в итоге соперник этим воспользовался. После 2-0 уже было как-то немножко, ну, тяжело догонять. И в итоге вот как раз-таки нам, может быть, и не хватило этого в конце. Проиграли 3-4. Вот, может быть, если бы не эти две ошибки наших, игра бы сложилась по-другому. И, может быть, не было бы, ну, хотя бы поражения бы не было, может, там ничья. А так вот после 2-0 уже немножко было тяжело вкатываться в игру. Это же было все-таки в начале игры. Вот. Позднее время никак не сказалось на матче, и, может быть, что-то чего-то как конкретно в этом не хватило. Если бы было бы пораньше и именно время матча, то, может быть, сил побольше было бы и хватило на этот поединок, нет? Да нет, не особо. Ну, начинали все в равных условиях. Такая погода у нас сейчас складывается, что 0 градусов, скользко, уже гололед появляется. Поэтому не думаю, что в этом причина. Ну, и все-таки как-то у нас и народ вроде собирается последние вот 2 недели, замены есть. Не знаю, просто вот надломили именно вот 2 этих гола в начале игры. Самая главная, вот, наверное, причина. Как раз, да, ты отметил погоду, и как это сказывалось на футбольном поле? Может быть, передачи низом не шли, соответственно, и как-то сцепление именно с мячом терялось? Ну да, конечно, поле скользкое, если мяч уже как-то верхом поднимает, ну, идет передача низом, но, тем не менее, идет подскок от газона, и уже тяжелее как-то принимать мяч, когда ты на одной опорной ноге, там, можно подскользнуться, сколько раз у нас и было из-за того, как раз и пропустили, и просто вот перед воротами, когда уже вот вроде бы атака уже вот... Если бы, может, не такой скользкий газон, может быть, мы бы там несколько раз и завершали наши атаки, хотя бы ударами по воротам. А бывало такое, что просто из-за скользкого газона проскальзывали и, ну, до мяча не могли дотянуться. Тяжело, конечно, в таких условиях, но, тем не менее, все в равных условиях находятся, поэтому... Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Вот этими проигравшими оказались сегодня мы.